Кредитные ставки в Украине не упадут, хотя ранее банкиры прогнозировали удешевление займов до 5%, но Нацбанк сегодня оставил учетную ставку на прежнем уровне 12,5 годовых. Для того, чтобы снизить инфляционные риски, это означает, что ставки по кредитам не изменятся, ведь учетная ставка – это, по сути, ориентир для финучреждений. Чем она выше, тем дороже займы.